первый раз в жизни снимем вам новую улицу. Для нас новую. Секисовка. Секисовка, да. Никогда в жизни мы не ездили по ней, потому что пролетали быстро. Сейчас вроде никуда не спешим. Едем. Света, показать тебе? Нет. Не будем тогда показывать. Едем мы в волшебный лес смотреть волшебные цветы, которые сейчас уже недели, и все, их не будет. Просто, я просто рассказываю, вот, Свете, просто люди смотрят, представьте, говорят: о, спасибо вам, вы показали наш дом. Некоторые там, говорит, моя мама плакала там 3 часа. Ну, некоторые же тоже живут где-то среди земель и не могут вообще этого увидеть. И не увидят никогда, потому что, ну, они же не поедут сюда, в эту глухомань, в жизни. А нам-то как бы даже за счастье тут прокатиться. Не, мы единственное, все, больше никуда не будем заезжать. Только вот в Секисовку заехали, сейчас на трассу выйдем и все. Все, в остальные деревни заезжать мы не будем. Ридер маленько снимем там по дороге, может быть. И все. Я так и знал, что она так и закончится вот так вот. Там все такие круговые улицы. Смотрите, еще снег на горах, даже на Секисовке. Представляете? Это сейчас мы приедем в Ридерский заповедник. 100% там не так будет снега. Там белое вообще будет. Там белое еще. Да? Там зима. 100%. 150. Все.